В Кабардино-Балкарии сегодня стартовала неделя науки. В ее рамках в вузах организованы дни открытых дверей. Планируется проведение выставок, лекций и встреч старшеклассников с известными учеными. Первыми потенциальных абитуриентов принимали в Кабардино-Балкарском государственном аграрном университете. Агропромышленный комплекс является одним из основополагающих и приоритетных направлений развития экономики. Потому и интерес к нему со стороны государства довольно высок. Оказывается, существенная поддержка, отметили на встрече. Молодым людям рассказали об основах народного хозяйства Кабардино-Балкарии, предложили варианты, где они могли бы найти себе применение. Это ветеринария, зоотехника, пищевая промышленность. Мы вас сегодня хотели познакомить со всеми факультетами, что, чем дышит наш университет, что у нас хорошего, что у нас интересного, чтобы вас как-то заинтересовать, чтобы вы по окончании школы, чтобы вы к нам пришли, продолжили учебу и в последующем стали хорошими специалистами для развития процветания нашей республики. Для школьников организовали экскурсию по вузу. Они также получили возможность больше узнать о факультетах и направлениях обучения, правилах приема и вступительных экзаменах.